Сегодня 70-летие отмечает председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Хаджибердиев. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил его с юбилеем. Умело выстраивая созидательный диалог между народами и религиями, Исмаил Хаджи своей деятельностью укрепляет традиционные ценности ислама, которые несут в себе милосердие, сострадание, уважение к ближнему. Его мудрое слово духовного лидера очень весомо. Исмаил Хаджи вносит большой вклад и в укрепление духовно-нравственных ценностей среди молодежи Института семьи. Глубоко порядочный человек высоких целей и моральных ценностей. Патриот своей малой родины и всей России, наш земляк служит примером для многих поколений. Желаю Исмаилу Хаджи дальнейших успехов в его благородном труде, добра, благополучия во всем, процветания и крепкого здоровья, говорится в поздравлении.